Йо-йо-йо, всем привет, чуваки. Сегодня я со своим другом играю в GTA-шку. Его зовут Влад. Привет, Влад. И сейчас мы на вот этих вот двух красотках, скажем так, поедем делать гонки. Так, извиняюсь, уже подрезал. Так, а гонка у нас находится вот тут, как раз около моего дома. Погнали. А, вот. Маркет поставил. Ничего, ой. Ой-ой. Ну, посмотрим, как побыстрее. А, развернула тебя. Ай-яй-яй, блин, я тоже на не поворачиваю. А, вернула тебя просто. А, я, блин, их машина как бы не приклеивается к дороге, да? Вот у меня есть одна такая машина, которая там просто приклеивается. И все. Ее, так скажем, невозможно завернуть. Если, конечно, не въехать в нее. Нет, ты, ты меня догоняешь. Ты меня обогнал. Я унесла на парковку, да? Ой, блин, я еще с скамейкой поймал, блин, столб. Сейчас, подожди, Влад, подтормози. А я уже доехал. А, ребят, прошу заметить, это новая Lamborghini, как бы электрическая. Называется Lamborghini Tarak, кажется, если не ошибаюсь. Давай, Влад, на счет три. Да, подкатывайся. Вася. Потом. А, ты пишешь. Что ты делаешь сейчас? Я тоже так хочу делать. Так, транспорт, двери, все. У меня только это открывается. Давай, давай, на счет три. Раз, два, три. Ва, сейчас я все двери открою. Дыс такой. Только двери. Ну да. Заходишь? Нет, мне кажется, не ко мне заходишь. Ты зашел или нет? А, да, выходи, короче, сейчас тебя приглашу. А, вот, я тебя пригласил уже, все. Ай. Поехали, ну. Ага, вот есть. Ой, так можно позаходить в GTA, подурачиться. И, в принципе, деньги позарабатывать. Я вообще не знаю, на что я коплю деньги. У меня уже 3 лямпочки. Ну, теперь уже супер богат. Да, так скажем, с бомжа поднялся на богача. Было $5, стало 3 миллиона. Давай быстрее. Ой, не понял. Все, зашли в больницу. А, блин, это на фиатиках. Точно, я забыл, что он у тебя есть. А я его продал. Чтобы купить себе этот, как его, пресс рынка 2. Влад. Где ты? Я хочу на тебя соточку поставить. Почему? Хочу, чтобы ты проиграл. И чтобы я выиграл. Около тебя и стоит какой-то. О,
я первый. Ё-моё. Да, надолго. До конца гонки. Там реально чувак на панке едет. Пошёл нафиг. На, нафиг, я распутал. Короче, прикинь, стукну одного, а стук, это, которого я стукну другого, и там каша получилась. Я второй. А чё, взрывался? Я третий. Говорю, Влад, я первый. Ага, надолго, пока я тебя не обогнал. Давай, жду. Уже пятого. Четко прям чувака. Я уже четвертый. Я четвертый. Пока. Блин, ненавижу тебя, Влад. Пока я не доеду, я тебя не стукну. Нечестно ты играешь. Ох ты чё. Ха-ха. Какой? Что? Я 13. Я тебя вижу уже. Вдалеке, правда, но вижу. Я 12. Ну... Вот, передо мной трое. О, я уже близко. Я уже 10. Здравствуй, Влад. Ну, пока, Влад. На говне тосики, я такого еду, такой... На фиат 500. Ой. Ты чё же было? Шумба какая-то. Ой, чуть не вышло. Какой есть флаг? Блин, меня еще печатается, мы уже тебя печатали. Ай, ай-ай-ай. У меня монстр, а не машина, который заносит, блин, как не знаю, что. Так, понтоник. Видишь? А чё это мы так медленно едем? Красиво тебя убрали вообще. Это просто было эпично. В тебя врезались, и ты улетел просто в стенку. Пока. Да что у тебя за машина такая, а, блин, а? У тебя вообще какие-то машины, блин. Только вообще, как будто ты летишь, а тебя стукнут, у тебя пофиг просто. Да, пошёл. Газу. Ой. Ух ты. Так, помню. Знаешь что? Я в интернете прочитал то, что типа в России YouTube скоро закроют. Ну, типа такая фигня. Не знаю. Правда это или нет? Потому что да, как YouTube можно закрыть? Это же всемирная фигня. Блин, красиво впечатался. Чувак, самое главное, я чувака пропустил. А сам впечатался. Ты по какой дорожке едешь? Я три. А Фель вышел. Ну, типа того хотел. Нафиг. Я чувака вытолкнул, прикинь. Короче, он в стенку впечатался, короче. А я за ним ехал. И этой стука ему в запельник, и он, короче, из трассы вылетает. Там прям дырочка, прикинь. Попросила его вытолкнуть. Потом, если хочешь, на ютубе посмотришь. Красиво, конечно, это было. Так, давай. На седьмой блок. Я потихонечку тебя догоняю.
скоро это, Фредди Крюгер за там это. Что за фигня? У чувака фиат быстрее, чем мы. А, сейчас бакалин на ноги. Да что за фигня, блин? Здесь все читеры, блин. Я ему в попельник въехал, а он, блин, из трассы не слетел. Зато я слетел. Читер. Я успел, да. Умножь свою позицию на 2. И получишь... Теперь ты опять же умножь свое же число на 2 и получишь мое. Я христу, ой. Кто я? Угу. Не такой, как ты. Ну хоть в топ-10, да, или... Но в топ-3 это лучше. В топ-3. Это намного лучше, чем в топ-10. В топ-2. Ты чё, подиум хочешь сказать? Занял, нифига себе. Ну, подиум занял. Наблюдай за мной. Блин, а? Как бы промолчал. Одна гонка сделана. Еще можно парочку. Ой. О, 100 РП-шек получил, ничего себе. Я же говорю, зато ты самый быстрый круг сделал. Влад, ты не должен, ты не собственный, гони. Нормально так я 12 тысяч за нифига получил. Так, самую первую. Ну, самую первую, да? Ну, ладно. Так, ребят, сейчас вы увидите мою машинку. Та машина, которая приклеивается к дороге. Запускаю. Какая вот эта серенькая? Или Бугатти? Бугатти. Батя самый лучший, да? Ой, блин, чуть колонка не упала. Нас, слава богу, первый человек, который снял его. Ребят, для тех, кто не знали, перехват такая фигня, то что, короче, типа, если ты едешь первый, то ты едешь намного медленнее, чем второй. То бишь, второй будет ехать быстрее тебя. Mm-hmm.
Ну слава тебе, Господи, запустил. Супер. 12-го ждем обновления ДК. 12-го? Декабря? Круто, чё. Снежок будет. О, Влад, у меня идея, знаешь, какая? Ну, уже когда снежок будет. Короче, переодеться в Деда Мороза, пойти в магазин и продавца снежками убить. А тебе шотка стоит. Ага, много прям совсем. Если б можно было, я поставил вообще $1 и поднял бы на тебе 2. Я сам себе. Блин, X80 Proto, это была раньше самая крутая тачка на этой жизни. Ладно, ты купишь что за ней? Ну, блин. Блин. Я догоню тебя. Уи-у, как красиво я. Тут вообще какая-то... Нифига себе, тут чувак вообще летал на X80 Proto. Просто я в него стукнул, он подлетел, блин, на 3 метра. Высоты. Ну, 13. Из-за того, что я в заборчик вонючий писал. А, угу. Типа у тебя такая машина, броневик, да? Я вообще 9. 12 и 13, просто не могу понять, какой я еще тут делаю. Я 9 у меня, короче. Всё. Прям в чекпоинт. 3-очковый прям вообще. Какой есть? Я 9. Мне ещё 5 человек закрыли. Да что ж ты, блин, за... Вот я не люблю эти заборчики, а. Блин, краешком задел все эти районы. 10, блин. Так, обгоню. Ладно, знаешь что? Знаешь, что делать здоровое бывает-то? Петли какие-то здоровые. Ну вот это здоровые люди. Вот эти маленькие, вот эти здоровые, там есть стрелки. Вот. Там есть дырка с ним, да? Вот просто тупо ты можешь это притормозить, в нее свалиться и поехать дальше. Чем крупнее. Да, ты теряешь время и скорость. Еще я 11. Умножь свою, короче, свою позицию умножь на... Я, короче, это меня по математике сейчас начну прыгнуть. Вот так. Ой, я чуть из трассы не вылетел. Я не взял чекпоинт. Я петлю сделал и не взял чекпоинт. Ну ты представляешь, а? Лохотрон, блин. Так при этом я еще плюсом такие из этого. Не страшно. Гажу, гажу. Дайте мне газу, пожалуйста. В доме холодно. Я один, святый, я один. Ладно, а что?
Меня, короче, так и висит то, что ты на первую позицию вернулась. Ну, у тебя же машина тогда как броневик. Чё, вытолкнул? Вот же у меня какая-то несила. Я даже в топ-10 не заехал, такие. Давай, давай, Влад. Ну сейчас свою позицию. Давай, блин. Ой. А три круга. Ха-ха! Меня стукнул и сам улетел. Брат. А я не улетел. Бью, бью, бью. Красиво я его просто взял, короче. Что это? Широко в поворот въехал, короче, его прям на повороте обогнал. Ой, блин, плохо полетел, ой, плохо полетел, могу сейчас вылететь из трассы. Тормози! Затормозил. Меня, правда, махнули. Ну, ничего страшного, сейчас довольны. Наверное. Ну, чё, Влад, находишь? Четвёртый, я ещё девятый. Уи! Влад, ты мне опять сотку должен, еще одну. Ну еще одну сотку должен все равно. Уже две сотки должен. Посмотри на меня, как я еду. Как ты, блин? Очень пока разница. Восьмой! Я восьмой, я восьмой, я восьмой. Ага, когда приехал восьмым. Полный пампер с радостью. Что, Влад, у тебя еще обновления нет, да? Сколько еще пишет осталось? Давай. Идем ее.
Да. А ты газовым каким-то там приезжай. Каким-то там. Так, выбираю я свою тачку. Не успела я сноточку поставить. Ха-ха. А я первый. Но все равно первый, да. Для себя я первый. Вот тут, блин, а? Нифига себе, там дебил полетел, блин. И говнюк у меня вытолкнул, блин, прикинь. Иди сюда, мой сладкий пячик. На свинью это будет похоже. Какой есть? О, я шустрый. Влад. Продиктуй грамотно, куда? Я четвертый пока еще. Да как так он приземлился, блин, спереди меня? На, нафиг тебе, я улетел. Влад, я тебе спас жизнь. Я чувака вытолкнул. Ну, поблагодарю его. О, как я красиво. Ой, дебил, ты там не тот. Самый вопрос. Какой есть? Да не побережется тебе. Да. А что, не ожидал, да? Не ожидал такого поворота. Я как потом видел. Вот это поворот. Блин. Вот это поворот. Так, сейчас сама огню не улетит. Ну это поворот. Бат, ты кто есть? Я стукнулся башкой об трубу. Взял. Рейки, да, Влад? Что я делаю? Вот я дура! Я дура! Прикинь, короче, я на самый верх это трубы залез. Вылетаю с трубы, короче, прям в воду. Вообще, да? Никого такого не получится. А только у меня так получится. Ой. Да что за фигня, блин, а? Опять, блин, с этой. С рампы вылетел.
Ты, короче, не будем большому. Ладно, ты тормози, подожди меня. Все равно я четвертый еду. А, ну все, он тормози. Он сейчас понял, что ты сейчас выиграешь? Как бы трик от меня тоже далеко. Очень далеко. О, блин, машина замешала, короче, это. Хотя в топ-3 зайди, блин. Я уже, в принципе, третьего вижу. Он так уж далеко от меня. Газ, не газ, это блин, самое главное. Научи меня в трубах. В трубах есть. Я имею в виду быстро ездить. Ну, чуваки просто... Чуваки там, блин, как... Не понятно, как... Того у меня там лежал. Лево, право, лево, право. Сколько кругов, ты? Зачем дома снизу шкатку? О, блин, я что-то так и вылетел. Из трассы. Я чувака вижу третьего. Он уже на рампе. Жалко нельзя срезать, а? Сейчас так впервые я бы не вижу. Я третьего не могу догнать. Какая-то лучше. Опять еще второй. Ничего себе. А, я тебе вижу. Видишь меня на другой стороне дороги? Ты глянь, а, блин. Я вас догнать не могу. Ни тебя, ни того. Да, у тебя муки эти, это, её ворота какого на носу. Твою машину. Я вас вижу. Вы, в принципе, на, блин, на другой стороне, на этом. Уже трубу проехали, правильно? Ну, почти. Я впечатался, я вас не понимаю. Блин. Неужели я четвертый пилотку? Ага, сейчас. Ой, гоночка почти закончилась. Дох ты! Он никого не может поймать.
ты финишировал. Дурак там улетел. Нифига себе, тогда как он засейвился. Ну вот, ребят, вы теперь увидели, как мы с ним, как мы с моим другом поиграли. И думаю, то, что закончим здесь. И ждите следующего видео. Всем пока!